Мошеннические кредитные договоры с банками можно признать недействительными. Жительница столицы заключила договор с банком посредством полученного в СМС-кода, который она ввела. После этого ей выдали кредит, но кредитные средства кем-то переведены в другой банк и тут же списаны неустановленными лицами. По ее заявлению возбуждено уголовное дело. Но банк не то что не удовлетворил требования, но и продолжал требовать погашения кредита, который девушка не получала. Здравствуйте, вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Идем дальше. Итак, девушке пришлось обратиться в суд с требованием признать кредитный договор ничтожным, а также взыскать с банка компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и возмещение судебных расходов. Но суды всех трех инстанций отказали девушке, и дело дошло до Верховного суда. Верховный суд установил, что суды нижестоящих инстанций нарушили часть 2 статьи 56 Гражданского кодекса. Не выяснили, каким образом сторонами согласовывались индивидуальные условия договора, подавалось ли истцом заявление на предоставление кредита и на заключение договора страхования с третьим лицом, кем было сформулировано условие о переводе денежных средств на счет в другом банке и кому принадлежит этот счет, кем проставлялись в кредитном договоре отметки об ознакомлении потребителя с условиями договора и о согласии с ними. С учетом того, что кроме введения потребителем четырехзначного СМС-кода, никаких других действий сторон судами не установлено. И каким способом и в каком формате девушка-потребитель была ознакомлена с кредитным договором, составленным в установленной Банком России форме. Верховный суд указал, что такой упрощенный порядок предоставления потребительского кредита и распоряжения кредитными средствами противоречит требованиям законодательства о порядке заключения договора потребительского кредита и размывает гарантии прав потребителя финансовых услуг, установленные законом о защите прав потребителя. Дело направлено на новое рассмотрение в Савеловский районный суд Москвы. Ссылку на ознакомление с определением Верховного суда оставил в первом закрепленном комментарии под видео. Мы живем в непростое время цифровых трансформаций, где мошеннических схем, особенно в банковской сфере, становится все больше, а страдают обычные граждане. Берегите себя и свои кровные. Если было полезно, прошу поддержать лайком. И до новых встреч!